В главном музее округа открылась выставка «Народная мудрость. Эскимосских сказок. Кивагме». Она посвящена 130-летию известного на Чукотке собирателя фольклора. Он жил в первой половине 20 века в селении Кивак. Сказочником с Чукотки заинтересовалась учитель Екатерина Сергеева, которая в 1934 году приехала работать в округ. Она познакомилась с Кивагме и записала его сказки, потом перевела их на русский и украинский языки. Так о мудром чукотском сказителе узнала вся страна. Посетители выставки смогут увидеть книги со сказками Кивагме на двух языках и фотографии. Дополняют экспозиции предметы косторезного искусства из фондов музейного центра наследия Чукотки. По словам автора выставки Екатерины Отки, они помогают посетителю окунуться в мир чукотского фольклора. Экспозиция «Народная мудрость. Эскимосских сказок Кивагме» разместилась на третьем этаже главного музея округа. Она будет работать до 15 февраля.